He's got a few new tricks to show you, too. Так, ну что ж, потихонечку пробираемся по этому склону. Что у нас? Огневая поддержка. Ну, отлично. Так, ну нам сюда, в эту сторону. О, началось, да? Кого-то там увидели. Ай! Вот твари. Пилить, пилить, пилить его. Блин, что-то я из укрытия вышел. Yes. Так, отлично. Блин, они откуда-то там выскакивают слева. Так, арбалет, мансер. Так, у меня-то гранат нет. Хреново. Так, вон вижу, уже еще подмога пошла. Лансер берем. Так, Джек нам еще хотя бы как-нибудь будет помогать или нет? Так, вот там туда наверх. Чем-то мне все-таки эта концовка напоминает одну из концовок в одной из предыдущих серий игры. Тоже там так светло, тоже такие райские пейзажи. Так. Вторая часть, я по второй части говорю. Так, вот эта хрень вообще здоровая. У него тут пулеметик есть, да? Yes, взорвали. Так, пулемет берем. Берем. Так, нам вот сюда, в эту сторону надо двигаться. Так, арбалет. Дайте возьму арбалет. Отлично, 12 зарядов. Просто замечательно. Ой, ё, сука. В титрах написано, охренеть. Ё, сука. Так, там арбалетчики. Гарпунчики, арбалетчики. Все в одном месте. Ну что, никто не идет? Нет, почему никто не идет? Идет. Ну, слава богу, на него много патронов не надо. Ух ты, классно, на ящик даже можно ставить. Вообще замечательно. Так, Анья. Так, ну давай, вали его. Уак. Да, там что-то как-то тоже не очень хорошо. Вот здесь можно, смотрите, поставить. Так, ставим это все. И все. Там у кранты. Так, это Джек, что ли? Блин, я думал, он к потолку прилип. А, достаточно много врагов, но хрен бы с ними. Отлично, пулемет вообще решает. Многоствольный, так сказать. Так, нам в эту сторону. Да! Пай-пай! О, да! Hell yeah! Так, лансер, все, лансер берем. Так, дайте я его казнить. Казнить. Мой. Да блин, Маркус, гребаный Феникс. Да, мое, все. Родное. Так, устаревший, брать, не брать. Грены бы где-нибудь. Пистолет Гаргон, кстати, тоже хорошая вещь. Давайте попробуем. Что за газовый парыш? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сбили наш вертолет. Я надеюсь, там люди, там находившиеся, выжили. Будем это надеяться. Так, гарпунчики пошли. Так, отлично, он сам себя взорвал, молодец. Ох ты, гад. Блин, зачудил, конечно, перезарядкой. Ой! По-моему, завалил, кстати. Там пулемет, что ли? Да, глядите-ка. Ну, давай. Нет, смотрите. А, хотя его добили. Смотрите-ка. Так, грены. Так, что с этой херней с баржей делать? Все, пипец ему настал. Так, что с баржами-то делать? Ёкарно. Yes! Анья, молодец. Чё мне на них акцентировать внимание? Там сейчас подмога, что ли, какая-то будет, да? Это имеется в виду, чё? А! Стоп! Все, я понял. Надо сюда, в эту херню сесть, да? Да. Так, давайте-ка. Ну-ка. Зырим. И... Бэм! Класс. Так, все. Yes!
одного выстрела достаточно было. Так, это все, я надеюсь. Минус 2. Так, ну, быстрее, поворачивайся. Еще где-то есть. Так, есть. Сука. Пойди сюда. Удар. Смотри, что. Бэм. Вот и все. Прикольно, выходим. Так, оставшихся врагов каких надо уничтожить. Давайте уничтожать. Ой-ой, блядь. Ох, господи. На женский орган похоже немножко. Так. Ага. Да вы охренели, что ли? Блин, там какой-то замес непонятный. Они что там, чмокаются, что ли, там стоят? С врагами. Вселенной. Прошу прощения. Так, врагов уничтожили. Commander, you can start landing troops. We've taken out the catapult and the gas barges. Pilots are reporting at least 2 more artillery positions further inland. We have very few aircraft left, Cog. I cannot commit them until those catapults are taken out. We'll find them. Stand by. Okay, move out. Let's put those assholes out of business. Hell yeah. Так, найдите и уничтожьте оставшиеся экипажи осадных чудищ. Так, где мы их? Ой, наконец-то. А вот здесь чертова панорама напоминает игру Dead Island. Я думаю, многим тоже напомнила. Прям тоже разбросанные вот эти вот чемоданы. Зомби только не хватает еще здесь. Гаргона, кстати, неплохой. Очень неплохой пистолет. И пока используем его. Он реально скорострельный. Очень хороший. Вот зачем нам Джека? Далее. Это вопрос. Так, что там? Ученые висят, да? Hard to say. I can't tell whether their coats were white or not. This is the last cog base the grubs would find. Makes sense to evacuate your key scientists here. Like Prescott evacuated your father? Yeah, maybe. Dad, it looks like they've killed everyone. I think I was the only human they needed alive. Marcus. I can explain about Mira. Dad, it can wait. Where are we? You're near the hydroelectric dam. You've still got some way to go to reach the tower. Okay, Dad, we're coming. Okay, Dad. Как он там говорит? Okay, Dad, we're coming. Так, ну что, открываем. Выбираемся наружу. Статуя Святой Марии, что ли? Так, уничтожьте экипаж осадного чудища. Ага. Сейчас уничтожим. Ну что, давайте горгонку вперед. Yes. Хорошая пушка. Вообще реально классно. Все, я размочил, да? Следующий. Come on. Вот так вот. Так, вот тут еще есть один, да? Все, ему тоже пипец. Отлично. Отлично справились. Так, кто отсюда гасит? Это что ли экипаж? Да вы охренели? Что там экипаж делает? Yes. По-моему, завалил. Ах ты, крену кинул сюда. Блин, крепкий. Так, того завалили. Правда, смотрите, сколько я на них патронов потратил. Это хрена вообще. Так, где они там реинфорсмент? Ох ты, блядь! Так, а как мне туда пробраться-то? Надо оббегать. Так, ладно, побежали. На ходу перезаряжаемся. Так, вперед. Надо уничтожать эту грёбаную баржу побыстрее. Так. Бляха-муха. Сколько их тут до хрена? Отлично. Хоть этот
Лансер сэкономлю. Немножко хотя бы. Все. Теперь лансер берем. Погнали.